Всем привет! Днепр на связи. У нас уже 20:30. Что по обстановке? Ну, были еще вечерком сигналы воздушной тревоги. В целом, если смотреть на официальную информацию от областной военной администрации, в течение всего дня под обстрелами находился Никополь и Никопольский район. И дроны камикадзе, и артобстрелы. Чего там только не было. Ранен один мужчина. Без погибших. И на этом спасибо. Что у нас в целом сейчас в информпространстве? Ну, в принципе, к вечеру вот по всем источникам одна новость, что российская ракета, которая во время сигнала воздушной тревоги была выпущена в направлении одесских портов. Говорят, что это ракета К-31. И она попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии. Вследствие этого удара, по-моему, то ли 3, то ли 4 человека получили ранения. И погиб лоцман. Сейчас везде эта информация распространяется, что вот российская ракета прилетела в гражданское судно. Посмотрим, какая будет реакция. Ранее, напомню, Россия говорила, что любые судна, которые будут ходить, заходить, будут считаться законной военной целью. И немножко кринжа, хотя вы не любите это на ночь, но здесь я не могу не сказать, потому что это верх какого-то дебилизма. Об этом нужно услышать, нужно знать. В общем, на днях страшная ситуация. Подруга, город Кривой Рог, подруга звонит своей подруге хорошей. День звонит, она не выходит на связь. Второй день не выходит на связь, нигде ее не видит. Начинает, как говорится, бить в колокола. Идет к ней домой. С горем пополам там приезжают родственники, то ли как, то ли полицию вызвали, там дверь открыли. Но смогли попасть в квартиру. Мать этой женщины, которая не выходила на связь, ездила в гости. И вот зашли, увидели картину маслом. Бездыханное тело со следами насилия на теле. И, в общем, убито, закрыто в квартире. Что, как и где, непонятно. Кто переживает, наливайка еще работает, вы успеваете. Вот даже два молодых человека. А, это парень и девушка, видите. Даже девушки там участвуют в этом мероприятии. All inclusive, все услуги для вас. И что? Нашли тело, убито. 2 дня тишины. И вот сегодня, вернее, вчера еще задержали. Сегодня суд уже вынес предварительное заключение. Убил сожитель знакомый, 44-летний, ранее судимый за грабеж, разбой. В общей сложности 18 лет из 44 своих он провел за решеткой. Ну, такая себе вот любовь и романтика. Ну, что должно было бы быть? Понятно, убил, понятно, расследование в СИЗО и так далее. Но что делает суд? Суд назначает ему мерой пресечения, круглосуточный домашний арест. Но при этом, как сообщают источники с места, вы вдумайтесь, у него нет своего жилья. И он... круглосуточный домашний арест по месту преступления, совершения преступления. Своего жилья у него нет, и по факту суд приговорил его к круглосуточному домашнему аресту в этой квартире, где живет также мать убитой. И по факту этому убийце, не знаю, маньяку, новую жертву подкладывают. Вы только вдумайтесь, что это вообще, что происходит. Есть ум у этих судей. Как это так? Он убил ее дочь и теперь должен круглосуточно находиться с ней в квартире. Я вообще не понимаю, что это? Ни на какую голову не налазит, по факту. Ну, теперь Все надеются, здравомыслящие граждане, что будет быстро подана апелляция, и суд возьмет и назначит действительно адекватную меру пресечения. Вот так и живем. Я в шоке, честно. Я вот это прочитал, и глаза на лоб лезут, волосы дыбом становятся. Ужас, ужас. Фу. Вот, в принципе, так. Не дать, не взять. Что еще здесь добавить? А добавить нечего. Неадекватные люди находятся в судовой системе. Это, наверное, те же, ну те одесские были, которые Стремоусову посмертно назначили штраф выплатить и посадили его там, сука, пожизненное дали, сколько ему лет. Человека погиб, ну, убили, погиб там, как ни назовите, а его там судили, назначали. Деньги на это производство тратили. Ну, хотя, возможно, у него недвижимость осталась какая-то. И просто теперь эту недвижимость типа в пользу государства смогут забрать. А может, и не совсем в пользу государства, а в пользу каких-нибудь третьих лиц. Ну, возможно, на этом построена эта схема. Вот такие новости на данную минуту. Всем желаю хорошей и доброй ночи. Надеюсь, ночью поводов для выхода на связь у нас с вами не будет. Всем добра. Берегите себя. И до нового выхода на связь.